Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Сургутские каратисты выиграли международные игры по боевым искусствам. Турнир проходил в Санкт-Петербурге в начале мая. Наши спортсмены в составе сборной Югры завоевали 17 медалей. Дмитрий Подлесной встретился с чемпионами. 17 медалей, 4 из которых золотые. Вот результат выступления югорских спортсменов на международном турнире по карате. Команду делегировали на соревнования для проверки перед главным поединком, чемпионатом России, который состоится в августе. Мы специально их вывезли на такое международное соревнование, чтобы они обкатались. Но мы ставим ставки на 4 веса. 2 мы хотим забрать золото и 2, чтобы поборолись за золото. Это Спицын 60 килограмм, это Яроцкий 67, 75 Антонян и 84 Алиев. Завоевать медаль на чемпионате сможет и Дарья Дронь. Она дебютирует в разделе ката. От традиционного кумите, где приходится биться с соперником, здесь делают упор на технику. Сургутянка рассчитывает на свои сильные стороны. Конечно, это тяжело. Это совершенно другая стихия. Ну, то, что было в кумите, конечно, помогает в ката. Это скорость, это сила. Сейчас команду ожидают тренировки на родной земле и сборы в Хорватии. Там в планах совместные занятия с одной из ведущих школ карате мира. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Книга жалоб. Злободневно, достоверно. Каждую неделю на телеканалах Сургут Интерновости. Плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.